Представляем велосипед Cupra Action Hybrid Eagle 529 2019 модельного года. На байк установлена рама Aluminum Superlite, а также надежная вилка RockShox Judy Silver TKR. Качественная трансмиссия SRAM NKS Eagle 12 скоростей позволит легко преодолевать любые рельефы местности. На байке стоят тормоза типа гидравлико-дисковая. Велосипед Cupra Action Hybrid Eagle 529 2019 года – хороший вариант для катания как и по проселочным дорогам, так и городским улицам. Эта модель укомплектована колесами с диаметром 29 дюймов, с хорошими покрышками Schwalbe Knobby Nick – удачный вариант в соотношении цена-качество. Катайтесь в удовольствие!